зеленом парке пацаны подрались, сукины сыны. Их драку постовой хотел пресечь. Спросил, кто первый в бой полез. И вдруг, как гром среди небес, в воскресный полдень Молотова речь. Сказал, сегодня в ранний час бомбили немцы Каунас, а также Киев, Севастополь, Минск и Брест. К нам уже лез Наполеон, но получил по морде он и был с позором выгнан прочь из наших мест. Ну что, вот так вот, пацаны, без объявления войны, зачем-то вслух сказал серьезно постовой. И тихо кто-то из ребят спросил, а что военкомат? Открыт сегодня или тоже выходной? Куда тебе, ты слишком мал? Сержант сказал, как простонал. Беги домой, там мать волнуется и ждет. А вы чего раскрыли рты? Как жрать просящие коты? Бегите все, а то вам тоже попадет. Он, Ванька, по отцу Смирнов, был предводитель пацанов. Бежал и представлял, что он уже боец. Дух перевел, вошел в свой дом, а там, склонившись над столом, рыдает мама, и над ней стоит отец. Вдруг, подскочив к его плащу, мать закричала: «Не пущу!» Зачем-то скомкав плащ, руками теребя. Ведь ты для службы староват, какой уж из тебя солдат? Да и вообще там разберутся без тебя. Отец присел, потом привстал и сразу как-то строже стал. Прикрыл глаза, как после долгого питья. И вдруг сказал: послушай, мать, пойми, я должен воевать. А кто еще, скажи мне, мать, если не я? В саду боярышник отцвел, и батя все-таки ушел. И воевал, как надо, не согнув колен. Но как-то раз под калачом, не понимая, что почем, был долгий бой, потом ранение и плен. Но был он жив назло смертям, назло судьбе и лагерям, где смерть с лихвою собирала свою мзду. Но он терпел и не стонал, такое в жизни испытал. Уж коль привидится, но разве что в аду. Война назад ушла, и вот 44-й встретил год Смирнова Ваньку в виде нового бойца. Теперь он молодой солдат, сжимая крепко автомат, пришел с боями рассчитаться за отца. Напрасно писем его ждал, лишь знал, что без вести пропал, и в списках павших он не значится пока. Что полк не пятился назад, и смертью храбрых пал комбат, и не осталось даже взвода от полка. Ну а Иван все шел вперед, и с ним пока живой весь взвод. Но вот однажды зимним утром на заре, уже не прячась в полный рост, отбросив немцев на 100 верст, пошел в Освенцим в 45-м в январе. Увидев их, застыл солдат, они вдоль проволоки стоят, живые тени с незнакомым блеском глаз. Достал буханку, разломил, отдал, вздохнул и закурил, и затянулся крепко, как в последний раз. А тени жадно ели хлеб, и был неловок и нелеп голодный взгляд их из бездонной пустоты. Вдруг пробежал по телу ток: дай дернуть пару раз, сынок. Что не узнал, Ванюшка? Батя, это ты! И не поверив до конца, неловко обнял он отца и прошептал: что они сделали с тобой? Как долго я тебя искал,
но почему-то твердо знал, что разыщу, что обниму, что ты живой. Возможно, скажете вы, но такое только лишь в кино могло случиться, это сказочный обман. Нет, ни кино и ни обман, мне это рассказал Иван, герой войны, седой пехотный капитан. Нет, ни кино и ни обман, да, это он, Смирнов Иван, тот самый Ванька, фронтовик и ветеран.